Друзья, в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу фото-видеофиксации сотрудников полиции при исполнении, отвечаем. Вы имеете полное право фиксировать на фото-видеоаппаратуру все действия сотрудников полиции. В случае, если сотрудник полиции вам препятствует, то смело обращайтесь по телефону горячей линии МВД вашего города. В Воронеже и Воронежской области телефон 251-1250 или по телефону 112. Также в описании к этому видео прилагаю внутриведомственный документ, который был разослан во все ведомства МВД с разъяснениями генерала Черникова по фото видеофиксации сотрудников и не только. В описании к этому видео вы сможете скачать данный документ. Скачав, обязательно распечатайте этот документ и имейте его при себе. При возникновении конфликтной ситуации с сотрудником полиции вы можете дать ему возможность ознакомиться с этим документом. Я думаю, после этого сотрудник полиции не станет вам препятствовать фото-видеофиксации. Ну а теперь к самому важному моменту перейду. Вы уже в курсе создания юридической компании «Право на защиту». Так вот, в этом направлении работа кипит. В нашу команду требуются юристы с опытом работы. Нам нужны профессионалы, надежные и преданные делу люди. Мы нацелены на победу. С нашими возможностями и опытом мы можем помочь многим людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В общем, если ты хороший юрист и хочешь быть в нашей команде, то звони по телефону 228-94-94 и записывайся на собеседование. Резюме присылайте по адресу электронной почты, указанной в описании. Юрист@правоназащиту.ру. До новых встреч, ребят. Счастливо.